Вера вечна, вера славна, наша вера православна. Всей России к этому месту стремятся страждущие. Больные за выздоровлением, пристрастившиеся к алкоголю за освобождением от зависимости, а теперь и безработные в надежде на помощь. Невская застава – промышленный район Петербурга. Но именно сюда отчаявшиеся люди приходят за помощью. И ангел-хранитель этого места, святая Матрёна Босоножка, помогает им. Она не только чудесным образом исцеляет, но и предупреждает об опасности. А те, кто не воспринимают ее знаков всерьез, потом горько жалеют об этом. ...1995 год. Николай Сычев, выпускник медицинского института. Вот уже месяц, как Сычев помощник врача-кардиолога. Молодой специалист перед выпиской осматривает Геннадия Бочарова, у которого 2 недели назад самостоятельно выявил порок сердца. А врач-кардиолог подтвердил этот диагноз. Но сейчас Сычев наблюдает совершенно другую картину. Перед ним абсолютно здоровый человек. Николай в замешательстве. Он понимает, что за 2 недели без хирургического вмешательства такое излечение невозможно. На его вопросы Бочаров заявляет, что теперь здоров и сегодня уйдет домой. Как же так? В чудеса Николай не верит. Получается, он ошибся в диагнозе. А как же старший коллега, опытный врач, что, тоже ошибся? Так в полной растерянности Сычев прощается с Бочаровым. Секрет загадочного выздоровления этого пациента не дает ему покоя. В кабинет заходит фельдшер Кирилл. Николай делится с ним своими сомнениями. Тот, успокаивая Николая, говорит, что все ошибаются. И, желая поддержать молодого специалиста, рассказывает, что однажды, накануне Нового года, произошел случай куда более странный, чем этот. Один врач констатировал смерть, а в прозекторской покойник неожиданно ожил. Но Николаю от рассказа не легче. Тогда Кирилл достает бутыль со спиртом и предлагает тост за боевое крещение будущего кардиолога. А в утешение добавляет, что здесь, на Невской заставе, и не такое может случиться. Николай хочет отказаться от казенного спирта, но, вспомнив о своем неудачном опыте в роли врача, опрокидывает рюмку за рюмкой. И постепенно его сомнения отступают. Невская застава – рабочий район Петербурга. Сюда не приезжают на экскурсии, но количество людей, желающих здесь побывать, с каждым годом становится все больше. Именно этот район притягивает всех, кто отчаялся найти работу, ищет спасение от пьянства и тяжелых болезней. Некоторые приходят на Невскую заставу сознательно, а многих ноги словно сами приводят сюда. ...1998 год, февраль. Алексей Прохоров работал переплетчиком, но в разгар дефолта предприятие разорилось, и в один день мужчина лишился работы. Денег совсем не осталось, и сегодня Алексей принимает нелегкое для себя решение заняться частным извозом. Но ему не везет. Прохоров в полном отчаянии едет, не разбирая дороги, и в какой-то момент понимает, что заехал на Невскую заставу. Пейзаж невеселый, ни одной живой души. Алексей редко бывал в этом районе и знает его плохо. Не хочется плутать здесь и попусту тратить бензин. Как же быстрее выбраться отсюда? Как назло, старую карту города выбросил, а новую так и не купил. Мимо Алексея проходит девушка.
необычная какая-то. Но мужчина решает обратиться к ней, как ему лучше проехать. Девушка, приветливо улыбнувшись, отвечает: «Стоя на этом месте, ехать тебе никуда не нужно». Алексей в недоумении от этих слов. Но ехать ему уже никуда не хочется. Он так и сидит в машине. Через какое-то время рядом с ним останавливается автомобиль с аварийными огнями. Нужна помощь. Пробил колесо, а запаски нет. Алексей предлагает свою. Протягивая визитку, он говорит, что будет рад когда-нибудь помочь. Оказывается, что мужчина – директор типографии. Алексей интересуется, не нужны ли ему специалисты. И с радостью узнает, что, несмотря на трудные времена, типография получила большой заказ и ищет опытных мастеров. Так случайная встреча на Невской заставе подарила Алексею именно то, что для него было жизненно необходимо – работу. Теперь он часто вспоминает счастливый случай и девушку на Невской заставе, которая дала ему странный, но такой верный совет. Те, кто попал в беду, хорошо знают дорогу на Невскую заставу. Они уверены, что у этого места есть ангел-хранитель. В прошлом Невская застава – сторожевой пункт на границе Петербурга. Со временем так стали называть уже целый район города, который раскинулся вдоль левого берега Невы и превратился в промышленного гиганта. Район Невской заставы называли «русским Манчестером». Он всегда был своеобразным городом в городе. Большинство его обитателей жили по соседству со своими заводами и всю жизнь работали на одном и том же месте. Единственным развлечением жителей этого района было выпить и подраться. Здесь почти в каждом доме были кабаки, трактиры и полупивные. Но с некоторого момента жизнь Невской заставы стала преображаться. И сюда потянулись люди со всего города. И сейчас те, кто оказался на самом дне, получают здесь шанс завязать с дурными привычками и кардинально изменить свою жизнь. 2000 год. Илья Семенов до недавнего времени был преуспевающим человеком. Перспективная работа, хорошая семья. Но постоянные банкеты после удачных сделок за 2 года окончательно пристрастили Илью к алкоголю. И теперь он уже не похож на прежнего успешного помощника директора фирмы. Семенов все чаще стал опаздывать на важные встречи, а к концу дня он всегда с трудом держался на ногах. Так Илья потерял работу. Жена, отчаявшись бороться с его загулами и алкоголизмом, ушла. Но и это не остановило его. Семенов стал пить еще больше. Из дома все, что можно было, он уже продал. Как-то в один из дней к нему на улице подошел человек. Расспросил о судьбе и предложил выгодную сделку. Обмен его 2-комнатной квартиры на 1-комнатную с хорошей доплатой. Незнакомец велел завтра ждать его дома. Он пообещал прийти с нотариусом и деньгами. И на прощание дал Илье небольшой аванс. Семенов рад. Он сразу же решил обмыть это дело. Мужчина плохо держится на ногах и, подскользнувшись, падает. Но бутылку из рук не выпускает. Подняться ему помогает девушка. Она говорит: «Вино полюбил, а дом разорил». И уходит. Илья стоит оцепенев, даже хмель прошел. А в голове все вертятся эти слова. Он хочет выпить, но, сделав глоток, понимает, что его мутит. От дня прошел год. Тот неудачный глоток вина стал последним. Илья сохранил квартиру, устроился на работу. Его опять ценят и не только за профессиональные способности, но и как непьющего сотрудника. К Илье вернулась любимая жена, и скоро у них будет ребенок. Семенов не знает, как это все случилось, но он твердо уверен в том, что начало его возвращения к нормальной жизни началось с тех необычных слов девушки с Невской заставы.
Такие удивительные случаи на Невской заставе происходят уже более 100 лет. Люди связывают эти таинственные явления с местом на крутом берегу Невы, где стоит небольшая часовня. Храмы и часовни прежде всего строились в тех местах, где был хотя бы малейший просвет чистоты. Именно там выбирали места для их строительства. Район Невской заставы весь затянут черными клубами заводского дыма. Единственное исключение – светлая точка – это область вокруг небольшой часовни. Именно сюда, к этой часовне, стремятся люди. Здесь у каждого есть возможность ощутить воздействие этого места. Появление на Невской заставе удивительной женщины навсегда повлияет на судьбы жителей этого района Петербурга. Безутешная вдова Матрёна Мыльникова даст людям надежду на исцеление. Многим из них она поможет освободиться от губительных пристрастий. Невская застава – особенный район Петербурга. Уже более 100 лет это место находится под покровительством знаменитой блаженной Матрёнушки-босоножки. Люди приходят сюда попросить помощи и исцеления, и именно здесь получают это. 1995 год. Прошло 3 месяца. Сегодня в отделении обнаружили большой расход спирта и заподозрили Николая. Теперь неизвестно, чем это... Неразбавленный спирт после смены стал для него привычным делом. Молодой человек берет с собой очередную порцию спирта и незаметно выходит из больницы. В тяжелых раздумьях он бредет по району, все дальше удаляясь от жилых домов. Допивая последний глоток, он оступается и проваливается, будто бы в пропасть. Николай в ужасе понимает, что подняться не может. Колючий ветер пронизывает его насквозь. Он замерзает. Николай видит девушку в белом и чувствует, как по телу разливается блаженное тепло. В 1894 году на Невской заставе появилась блаженная Матрёна-босоножка. Там она поселилась в небольшом домике рядом с часовней. По воспоминаниям современников, она ходила в легкой белой одежде, с посохом в руке и босая. Интересно, что даже в лютые морозы, кои случались тогда часто, она не надевала никакой обуви. С местом, где поселилась Матрёна, тесно связаны чудеса, происходящие на Невской заставе. Многие замечают, что от часовни веет спокойствием. Возле нее кажутся мелкими все невзгоды и забываются обиды. Свое название Божией Матери всех скорбящих радости часовня получила в честь иконы. История этой иконы Пресвятой Богородицы всех скорбящих радости очень необычна. Откуда она взялась, никто не знает. Ее просто прибило течением к берегу, где ее и нашел купец. Он отнес ее домой, повесил в красный угол и молился на нее. Однажды он переправлялся на лодке через Неву и попал в сильную бурю. Лодка перевернулась, он схватился за какую-то дощечку, попытался выгрести на берег, но у него ничего не получалось. Понимая, что настали последние минуты его жизни, купец начал истово молиться Пресвятой Богородице. Вдруг течение подхватило его и вынесло на берег, как раз рядом с часовней. Расценив это как знак, купец снял икону у себя дома и передал ее в часовню. На этом чудеса не закончились. Когда однажды в часовню ударила молния, все сгорело дотла, уцелела только одна икона Божьей Матери. Она упала, но не пострадала от пожара, а стала еще лучше. Ее потемневший от времени и копоти лик просветлел. Кроме этого, на иконе появилось 12 монет. Как оказалось, невдалеке лежала кружка для подаяний. Деньги из нее рассыпались по полу и попали на икону. Народ ее так и прозвал – икона с грошиками.
С тех пор люди стали замечать, что это место может удивительным образом исцелять. 1890 год. В семье Грачевых страшная трагедия. Маленький мальчик Коля болен эпилепсией. Припадки становятся все чаще и чаще, врачи всерьез опасаются за его жизнь. Тогда родители привозят его сюда, в часовню. Коля отстоял всю службу, вернулся домой, припадки больше не повторились. А спустя 3 месяца новое чудо. Вера Белоногина, 26 лет, она была немой. Она пришла на службу, отстояла ее всю, и вдруг родственники услышали, как она подпевает церковному хору. Свершилось чудо. Девушка обрела голос. Это место так прославилось чудесами, что помолиться туда приехал сам император Александр Александрович с женой и детьми. А после молитвы велел поставить на этом месте каменную церковь. Матрена Босоножка собирала пожертвования на возведение этой церкви. И ей не отказывали. Она была популярна в народе, ее имя передавалось из уст в уста. Блаженная предостерегала людей от надвигающихся несчастий. К ней приходил не только простой люд, но и высокопоставленные чиновники. Прежде чем отправиться в места, охваченные эпидемиями и войнами, они искали поддержки у Матрены. Когда-то Матрена жила под Костромой и была самой обычной деревенской девушкой. Она вышла замуж за городского мещанина Егора Мыльникова. Помогала ему в бакалейной лавке, торгуя сушеными фруктами, сахаром, чаем. Но семейное счастье длилось недолго. Когда началась русско-турецкая война, Егора призвали в армию. И эту участь девушка разделила с мужем. Она отправилась вместе с ним на фронт с сестрой милосердия. Война – это трагическое событие, это испытание для любого человека. Война ломает жизни, ломает судьбы. Оказала она свое воздействие и на судьбу Матрены. Именно события русско-турецкой войны, ее работа в госпитале, общение с ранеными, по сути, радикальным образом изменили ее жизнь и восприятие жизни. Ужас и мучения умирающих солдат потрясли Матрену. Но когда война у нее забрала мужа, женщина ощутила полное душевное опустошение. Матренушка уже не могла вернуться к прежней жизни. После возвращения домой с войны женщина продала имущество, все деньги раздала нищим и отправилась странствовать. Поэтому многие считали Матрену юродивой. Главный признак юродства – это способность отдать свою жизнь ради очищения, духовного и физического очищения людей. Женщина сняла обувь и отправилась паломницей по святым местам. Четырежды побывав в Иерусалиме, она поселилась в Петербурге. Матрену Мыльникову так и стали называть «блаженной Матреной Босоножкой». Матрена часто бродила по Невской заставе. Она разговаривала с прохожими, а узнав об их бедах, старалась помочь. И особенно тем, кто лишился работы или был на грани нищеты и отчаяния. Апрель 1901. Нагин Виктор Павлович, подмастерье красильного отделения масляного завода. Сегодня его уволили. Мастер спьяну перепутал количество красителя, но свалил всю вину на своего помощника Нагина. Виктор в отчаянии. На его попечении 3 сестры. Нужно платить за жилье. Подмастерье не видит выхода. Он в тяжелых раздумьях бредет по Невской заставе и думает свести счеты с жизнью. Перед ним возникает образ маленьких сестер, оставшихся без жилья на улице. К нему подходит странная женщина, босая, с суровыми складками у рта. Она произносит: «То, что ты ищешь, у тебя под ногами. Правда, что масло всегда наверху». Странная женщина, странные слова. Смысл сказанного дойдет до него только на следующий день. Прошло 5 месяцев. Виктор считает дневную выручку. После встречи с женщиной в белом его жизнь круто изменилась. В ту же ночь
на масляном заводе произошел большой пожар. Чтобы остановить распространение огня, пожарные выкидывали бочки с растительным маслом прямо в канал. Бочки оставались на поверхности воды, и люди легко вылавливали их ниже по течению. Виктор одним из первых заметил масляную реку. Теперь он не нуждается, а даже купил небольшую лавку на деньги, вырученные от продажи собранного масла. Нагин благодарен неизвестной добродетельнице за помощь. Он часто вспоминает ее слова, оказавшиеся пророческими. Апреля 1901 года на масляном заводе Невской заставы вспыхнул пожар. Как известно, масло горит хорошо, поэтому пожарные, не церемонясь, хватали бочки и бросали их в него. А беднота вылавливала эти бочки ниже по течению. А потом масло продавали по 2 рубля за пуд. Тогда это были очень хорошие деньги, и многие на этом обогатились. Уже не только по Невской заставе, но и по всему Петербургу шла молва о необыкновенных случаях, которые происходили после встречи с Матрёной. И у нее появлялось все больше и больше почитателей. Как и прежде, люди будут идти за помощью к Матрёне. И она никому не откажет. Произойдут новые чудесные исцеления. А кто-то получит предостережение, как избежать беды. Но не каждый сразу поверит Матрёнушкиным предсказаниям, и убедиться в силе ее пророчеств слишком поздно. Невская застава – рабочий квартал Петербурга. Именно здесь находится место, известное всей России. Сюда стремятся те, кто разуверился в жизни, кто хочет избавиться от тяжелой болезни, кому больше некуда пойти. Их цель – небольшая часовня всех скорбящих радости и встреча с блаженной старицей, обладающей пророческим даром. 1995 год. Придя в себя, Николай озирается по сторонам. Он дома. В комнате незнакомая девушка в белом. Молодой человек не может рассмотреть ее лица. Она велит посмотреть Николаю на свое отражение в ковше. Но молодой человек видит лишь черную воду. Незнакомка приказывает отпить из ковша, и Николай повинуется. Девушка заставляет пить еще и еще, пока он не увидит дна. С каждым глотком Николай ощущает, как хмель выходит из него и засыпает. Во сне он видит девушку в белой одежде и Бочарова, у которого исчез порог сердца. Наутро Николай пытается понять, что же с ним произошло. Что сон, а что явь. Молодой человек замечает свой халат. Он выглядит совершенно новым. Значит, девушка в белом все-таки была здесь. Кто эта незнакомка? Почему спасла его? И, наверное, не зря он видел во сне с ней своего пациента. Николай решает, что об этой истории не стоит никому рассказывать. Больные, отчаявшиеся, потерявшие работу люди пешком шли через весь город на Невскую заставу, чтобы увидеть Матрёнушку. Небольшой домик Матрёны стал, по сути, спасительным островом для множества людей. К ней шли и шли. И непонятно, откуда она брала силы для того, чтобы выслушать каждого человека, благословить, окропить святой водой, помочь так, как она могла. Далеко не все случаи исцеления и помощи Матрёнушки-босоножки известны. Люди не всегда рассказывали о них, потому что обращались к блаженной по очень личным, деликатным вопросам. Матрёна была любимицей и царской семьи. Как-то она пришла к Николаю II не с пустыми руками. В подарок принесла чудотворную икону. Императрица молилась на нее, и чудо произошло. Долгожданный наследник родился. Когда она выходила из дворца,
случилось нечто неожиданное. Матрёна вдруг стала произносить какие-то слова, фразы, достаточно путанные и достаточно громко произносить. Но никто не понял, что произошло, и что случилось, и что она говорила. И тогда, наверное, мало кто мог понять, оценить и, в общем-то, представить, что это были своего рода пророчества, связанные с грядущими трагедиями. Блаженная была готова помочь всем. Только не каждый мог понять смысл ее слов. Она всегда говорила путано и загадками. Язык пророчества – это, конечно, особый язык, это иносказательный язык. В нем закодирована, зашифрована очень важная информация, и, конечно, понять ее может не каждый. До некоторых людей истинный смысл предсказаний Матрёны доходил уже после того, как они сбывались. Были и те, кто сразу понимал ее слова, но не хотел следовать этим советам. Один стрелочник железной дороги пришел к Матрёне Босонушке за благословением. Дело в том, что он собирался перейти на новую работу, но Матрёна трижды ему отказывала. Тогда он пропал и явился к ней только через год с покаянием. У него не было руки, лицо было изуродовано. Дело в том, что он все-таки перешел на эту новую работу и там попал в страшную железнодорожную катастрофу. Были люди, надеявшиеся, что пророчества Матрёны не сбудутся. Они поступали вопреки ее словам, но впоследствии горько жалели об этом. ...1903 год. Елена Алексеевна недавно овдовела. Ее муж, купец первой гильдии Семен Захаров, любил супругу без памяти и в честь каждой удачной сделки дарил дорогие украшения. Сразу после похорон Елена хватилась своих сокровищ, обыскала весь дом, но их нигде не было. Женщина особенно горевала по бриллиантовому ожерелью и сережкам. Даже съездила за помощью к известной прорицательнице Матрёне. Та велела искать в кровати. Матрёна не ошиблась. Елена находит пропажу. Вот она, заветная шкатулка. Теперь можно зажить на широкую ногу, думает она. Правда, старуха наказывала до конца траура украшений не надевать, не продавать и бросить свою пагубную привычку пить горькую. Так и сказала: не то придется ходить тебе в березовых сережках. Еще просила пожертвовать колечко на храм. Но это всегда успеется, думает Елена, и поспешно складывает украшения в корзину. Ростовщик нетерпеливо поглядывает на часы. Он ждет клиента, тот задерживается. В этот момент на пороге появляется незнакомка с корзинкой и просит оценить драгоценности. Елена открывает корзину и вскрикивает от неожиданности. Там березовая полена. Хозяин ломбарда удивлен, а Елена вспоминает слова старицы: не то придется ходить тебе в березовых сережках. Но не послушала она Матрёну. Раньше времени сняла траур, надела украшения и к тому же по дороге зашла в трактир. Вот и приманила воров. Самой Матрёне была чужда корысть. Плату за помощь она не брала, лишь иногда просила пожертвовать на храм. Такой ее и запомнили все, кто встречался с ней. Но и те, кому не довелось увидеть Матрёнушку, все равно могут ощутить ее помощь. Валентина Константиновна – одна из тех, кому в трудный час помогла Матрёна. Несколько лет назад женщина сломала руку. Перелом был сложным, с двойным смещением кости. Гипс наложили, а кости не срастались. Я говорю травматологу: буду срастаться в гипсе кости, сколько мне держать? А он говорит: а вот сколько надо, столько и держите. Хоть там год держите. Но Валентина Константиновна не хотела мириться с неутешительным прогнозом врачей. Услышав от своих знакомых о случаях чудесных исцелений, она решила использовать эту возможность. Думаю, пойду-ка я к блаженной Матрёне на могилку съезжу, попрошу ее исцеления. И она мне помогла.
Я это почувствовала, я в эту руку стала все и поднимать, и ведро, и таз, и все. Прихожу к профессору, он не поверил, что кости срослись. Я ему показываю, что вот видите, вращается так же, как и в здоровой руке. В правой и левой также вращается. И он сделал мне рентген. Посмотрел, говорит, так это чудо исцеления. Я говорю, да. Ангел-хранитель Невской заставы, блаженная Матрёна Босоножка, всем готова помочь. Для этого она когда-то и поселилась здесь. Вот в этом самом доме жил Яков Рудаковский, известный в Петербурге кутило, мод, игрок, прожигатель жизни. К 32 годам он растратил все свое состояние, друзья от него отвернулись, и он был вынужден уехать из центра на Невскую заставу. Когда Рудаковский перебрался сюда, все ожидали, что он продолжит катиться по наклонной. Но неожиданно для всех он бросил пить, поправил свое финансовое положение, занялся благотворительностью и открыл здесь, на Невской заставе, библиотеку-читальню. Невской заставе предстоит пережить страшные годы смертельных эпидемий. И Матрёнушка приложит все силы, чтобы отвести беду и спасти людей от неминуемой смерти. Невская застава – особенный район Петербурга. Уже более 100 лет это место находится под покровительством знаменитой блаженной Матрёнушки Босоножки. Люди приходят сюда попросить помощи и исцеления, и именно здесь получают это. 1995 год. К удивлению Николая, в больнице про историю с исчезновением спирта никто не вспомнил. Его встретили, как ни в чем не бывало. День выдался сложный, но у Николая впервые за последнее время прекрасное настроение. Он все пытается понять, кто же эта незнакомка, спасшая его. Неужели это была известная всему городу Матрёна Босоножка, о чудесах которой он слышал еще в детстве? Подумать только, Николай никогда и не верил в эти рассказы о загадочных исцелениях с помощью Матрёны. Он же современный, образованный человек. Тут, по сложившейся традиции, в кабинет к Николаю заглядывает его приятель фельдшер. К концу смены Кирилл уже навеселе и предлагает пропустить по стаканчику. Николай по привычке достает спирт и вдруг неожиданно чувствует, как к горлу подкатывает тошнота. Он испытывает отвращение. Николай отодвигает стакан. Алкоголизм среди рабочих Невской заставы носил массовый характер. Матрёна особенно жалела тех, кто мучился от тяжелых зависимостей. Будь то страсть к алкоголю или азартным играм. Именно там появляются блаженные, где есть необходимость очистить это место от болезней, греха, освободить людей от боли и страданий. И с появлением блаженной старицы на заставе ситуация резко изменилась. Пьянство и драки стали происходить все реже и реже. Но в конце 19 века приходит другая беда. Петербург накрывают одна за другой волны холерной эпидемии. Люди в страхе покидают город. Особенно болезнь свирепствует на Невской заставе. Блаженные, конечно, проявляют себя в первую очередь тогда, когда общество, люди больше всего в них нуждаются. Это эпидемии, это какие-то стихийные бедствия. Тогда, когда их служение просто необходимо людям. И в этой беде люди тянулись к Матрёне. Они просили ее защитить город от несчастья. Даже сам городской голова приезжал на Невскую заставу. Старица молилась за всех, навещала смертельно больных. В это же время Матрёна все чаще стала говорить о своей скорой смерти. Ее уход в определенном смысле, конечно, был предрешен. Она знала, что она сделала все, что могла.
Обстоятельства смерти Матрёны так же загадочны, как и вся ее жизнь. К смерти блаженная начала готовиться с начала 1909 года. Она стала каждое воскресенье причащаться. Несколько раз Матрёна проходила соборование. В тот же 1909 год врачи объявили о переломе в ходе эпидемии. А к концу зимы 1911 с холерой было покончено. К этому времени Матрёна почувствовала сильное недомогание. Она слабела на глазах. 97-летняя старица объявила: «Вместе с водой и льдом уйду от вас». И 30 марта 1911 года, когда на Неве начался ледоход, она тихо ушла из жизни. Конец страшной холерной эпидемии совпал со смертью старицы. Или смерть старицы совпала с концом эпидемии. Это удивительно, но тогда многие восприняли вот это самое трагическое событие именно так, считая, что Матрёна взяла на себя всю боль и ужас этой самой эпидемии и унесла вот эту боль и ужас с собой, таким образом освободив людей. Это случилось в вербное воскресенье. И именно тогда, в то вербное воскресенье, которое и осталось тем самым незабываемым днем, народ впервые вышел на улицу, не боясь и не страшась ничего, и в том числе вот этого холерного ужаса. Попрощаться со своей Матрёнушкой пришло 25 тысяч человек. От имени царской семьи на могилу старицы был послан венок. Перед тем, как покинуть этот мир, она сказала: «Приходите ко мне на могилку, и я помогу». В годы советской власти могила блаженной затерялась. Храм взорвали, а на месте погребения старицы образовалась свалка. С каменной часовни сняли кресты, а в ее здании размещали производство. Сначала резиновых изделий, потом другие. Но ни одно из них на месте часовни не приживалось. В 90-е годы после перестройки о часовне снова вспомнили. Ее восстановили, преобразовав в церковь, подворье Зеленецкого Свято-Троицкого мужского монастыря. Вскоре вспомнили и о могиле блаженной Матрёнушки Босоножки. Нашли ее совсем не там, где искали. В мае 1995 года приехал экскаватор и начал работать. Но на предполагаемом месте ничего не оказалось. Копали практически целый день. И вот к концу дня на самом берегу Невы, вдруг совершенно неожиданно, склеп был найден. Сухая кирпичная кладка и удивительной красоты белый металлический гроб с двумя ангелами. Гроб перенесли в храм, а на месте захоронения Матрёны восстановили надгробие. И паломники снова потянулись на Невскую заставу к могиле блаженной Матрёны. Люди вновь получили возможность приходить к блаженной старице и просить ее помощи. . 2003 год. Марина Сотникова, современный человек, два высших образования, работает в рекламном агентстве. До недавнего времени женщина в чудеса не верила. Но один случай заставил ее пересмотреть свои взгляды. Однажды ночью у Марины, без какой-либо видимой причины, появились сильнейшие боли в области живота. Женщина ходила к врачам, принимала лекарства, но приступы боли не прекратились. Каждую ночь Марина испытывает невыносимые муки, ей часто приходится вызывать скорую. Как-то одна из знакомых посоветовала Марине съездить на могилу Матрёны Босоножки, о которой она раньше не слышала. И очередной приступ боли заставляет собраться в дорогу. На обратном пути Марина догоняет девушку в белом. Поравнявшись с ней, женщине почему-то захотелось поделиться с незнакомкой своим несчастьем. Та, выслушав, говорит: «Тебе не надо больше спать на диване». Марина изумляется. Откуда незнакомая девушка знает, на чем она спит? Несмотря на то, что после развода Марина не любит спать в спальне,
первую же ночь она ложится там на кровать. Утром она в восторге. Впервые за последний год приступа не было. Боль больше не возвращается. Марина снова едет к могиле Матрёны, на этот раз поблагодарить за избавление. Помощь блаженной старицы можно получить не только на ее могиле. Матрёну неожиданно можно встретить в разных местах Невской заставы в образе молодой девушки в белой одежде. На дворе новый век, но людские беды все те же. К ним добавились и новые напасти. Очередная волна безработицы, новые смертельные болезни. Но на Невской заставе люди будут получать спасение и от них. Юродивая Матрёна Босоножка умерла 100 лет назад, но она по-прежнему поможет всем нуждающимся. Невская застава, рабочий квартал Петербурга. Именно здесь находится место, известное всей России. Сюда стремятся те, кто разуверился в жизни, кто хочет избавиться от тяжелой болезни, кому больше некуда пойти. Их цель — небольшая часовня всех скорбящих радостей и встреча с блаженной старицей, обладающей пророческим даром. 1995 год. Николай идет по Невской заставе, все его мысли о блаженной Матрёне. Он останавливается у медицинского института. Молодой человек знает, что здесь занимаются изучением влияния алкоголя на человеческий организм. Прошло 4 года, но Николай часто вспоминает ту удивительную встречу на Невской заставе. С тех пор у него никогда не возникало желания выпить. Матрёна Босоножка не только излечила его от пристрастия к выпивке, она помогла Николаю найти жизненный путь. Он закончил ординатуру и работает наркологом. Врач по-прежнему носит тот белый халат, который однажды привела в порядок Матрёна. И что удивительно, он и теперь выглядит как новый. Многие из тех, кому Матрёна облегчила страдания, потом и сами начинали оказывать помощь другим. . 2005 год. Виталий и его брат Антон занимались промышленным альпинизмом. Однажды братьям подвернулся хороший заказ – мытье стекол в крупном банке. Они согласились, не раздумывая. Но в этот же день позвонила взволнованная мать. Оказывается, она была на могиле у Матрёны, и там ей был дурной знак. Младший брат привычно вспылил – глупости какие. А Виталий призадумался. Ведь и раньше приходилось выслушивать опасения матери. Но на этот раз ее беспокойство передалось и ему. К тому же братья ничего не говорили ей о новой работе. Как она узнала? Виталий отказывается от заказа, а брата отговорить не удается. На следующий день Виталию сообщают, что брат сорвался с высоты. Молодой человек спешит к месту трагедии, но Антона уже увезли в больницу. Виталий выясняет подробности происшествия у сотрудника МЧС и в разговоре с ним узнает, что в их команде работают и альпинисты. Виталий принимает решение посвятить себя благородному делу. Он будет спасать людей. Может показаться, что Матрёна поддерживает только тех, кто достоин ее помощи. Но это не так. Блаженная Матрёна Босоножка в своей доброте открыто каждому. До сих пор те, кто нуждаются в поддержке, могут почувствовать ее присутствие и получить совет. Нужно только суметь понять ее знаки. Невская застава – старый промышленный район Петербурга, но сюда продолжают стремиться паломники со всей России. И сегодня люди со своими бедами собираются на левом берегу Невы у могилы блаженной Матрёны Босоножки. Они по-прежнему получают здесь помощь. Чудеса на Невской заставе продолжаются.